Итак, господа, что же вы прочитали за эту неделю светлого, хорошего? Феликс, начинайте. Я сам прочитал сказку «Стойкий оловянный солдатик». Там говорилось о приключениях игрушечного солдатика. Ганс Христиан Андерсен. Очень хорошо, Феликс. А что же вы поняли из этой сказки? То никогда не нужно сдаваться, даже в самых сложных ситуациях. Молодец, Феликс. И Мари? Мы с бабушкой прочитали сказку «Муха-цикатуха». Там про то, что храбрый комарик победил злого паука. «Муха-муха-цикатуха, позолоченное брюхо». Скажите, какая же мораль у этой сказки? Я понял, что добро всегда побеждает зло. Молодец. Никита! Я перечитал сказку про трех поросят, в которой три поросенка строили домики. Ох уж эти шалуны. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Что же вы, Никита, вынесли из этой сказки? Старательный труд и усердие всегда выигрывают. Это верно. Это глубоко верно. А теперь вы, Миша. Мы с дедушкой прочитали сказку «Гуси-лебеди». О чем же сказка? Она о том, как гуси-лебеди украли и унесли мальчика в избушку Бабы-Яги. Но сестра нашла брата, спасла его, они оторвались от погони, и они вернулись домой. И что ты понял из этой сказки? Я понял, как нужно правильно ориентироваться в лесу и как маскироваться, используя складки местности. Кто же твой дедушка, Миша? Спецназ ВДВ!